Я теперь читаю третье соборное послание святого апостола Иоанна. «Старец возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствует тебя друзья! Приветствуй друзей поименно. Аминь.